Летел будто на крыльях. На посту ДПС «Кавказ» остановили передвижной птичий рынок. Вот это непримечательная с виду газель. Главное, как всегда, внутри. В грузовом отсеке дорожные служащие обнаружили пернатых пассажиров. 700 кур были аккуратно рассажены по клеткам и прикрыты синим полотном. На место вызвали Россельхознадзор. Они должны были проверить документы на клиническое здоровье птиц. Их не оказалось. Пускать непроверенный товар в оборот было нельзя, поэтому его изъяли и отправили на изолированное содержание. Перевозчик получил штраф и требование провести ветеринарные мероприятия. Еще одну сомнительную поставку, только уже цитрусовую, пресекли в Новороссийске. Витаминный рейс прибыл по морскому пути из Турции. Контейнер открыли, сетки с апельсинами выгрузили, начали проверку. В ходе осмотра стало ясно, во фруктах поселился вредитель. В партии цитрусовых обнаружили средиземноморскую плодовую муху. Проясним, это насекомое откладывает яйца и фрукт начинает гнить, распространяется быстро. Чтобы наши границы не стали для летающей еще одним домом, оранжевый груз весом более 20 тонн развернули. И такой случай далеко не первый. Только с начала года задержано 72 партии апельсинов. Это почти 1500 тонн.